Заместитель дальневосточного транспортного прокурора Алексей Легизин совместно с аппаратом прокуратуры и детьми в преддверии празднования 77-летия Великой Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны мастера Владимира Леонтьевича, который в годы войны был помощником капитана подводной лодки и награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и медалью за боевые заслуги. Также сотрудники прокуратуры почтили память героев, возложив цветы к вечному огню на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке. Дальневосточная транспортная прокуратура от всей души поздравляет всех ветеранов. Мы всегда с долей грусти вспоминаем и отмечаем великий праздник – День Великой Победы. Сегодня я хочу пожелать всем нашим дедам большое спасибо за то, что они сделали для нас, жертвуя собой, за их отвагу, за их героизм. Сейчас дети радуются светлому небу, и мы радуемся жизни. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо, тепла в семье, крепкого здоровья, удачи во всем. И самое главное, чтобы эту память и историю мы передавали из поколения в поколение. Всех с великим праздником, с 9 мая, с Днем Победы!